Что таит в себе сакральная вышивка? В Одесском музее «Степова Украина» можно посмотреть на свадебную обрядовую одежду и рушники из личной коллекции Оксаны Шевчук. О том, забыты ли украинские традиции, знает Ирина Стрибко. У этой выставки есть цель – напомнить о нашем общем прошлом. Коллекционер Оксана Шевчук уверена, что теряя наши традиции, мы теряем себя. Коли скульптуру знали все. Всі жінки вишивали, всі жінки писали писанки, всі жінки співали, танцювали, всі жінки робили все. Так само чоловік, він мав свої обов'язки, і все було в гармонії, і все було в добрі. Найбільше важливі – це молодіж, в руках якої майбутнє нашої країни, нашого регіону, держави і їх власні судьби. Эту коллекцию собирали по всей Украине. Здесь свадебная обрядовая одежда и рушники. Больше всего посетители изучают наряды редкой красоты, в которых молодожены шли под венец. На сорочке невесты красными и черными нитками вышит виноград, который символизирует женское и мужское начало. Це було такий символ сімейного щастя і главенства чоловіка у сім'ї, так як воно повинно бути. Любая украинская свадьба не могла обойтись без рушников. Согласно народным поверьям, вышитые узоры на ткани охраняли жениха и невесту от разных бед. Для весілля, для обряду, повинно було бути від 12 до 14 рушників. Бо це так, сватам пов'яжи, молодому пов'яжи, в церкві там декілька. Тобто багато на різних етапах потрібні були бути рушники. Але найголовніший рушник дівчина вишивала для благословення. Основным рушником считался тот, который стелили под ноги молодым во время венчания. К нему всегда относились с особым трепетом. Именно его невеста чаще всего вышивала своими руками, программируя свое будущее. Рушник был одним из самых главных свадебных атрибутов. Во время вышивки будущая невеста представляла, какой у нее будет муж, семья, достаток. И считала, что каждый символ и узор несет сакральный смысл. Узнав про историю, я бы вышивала рушник своими руками на свою свадьбу. Нас сегодня пригласили на открытие выставки, посмотреть на то, как раньше жил народ Украины. Очень интересно, узнала я сегодня разные орнаменты, вышивки на рушниках из разных уголков Украины. Ну, я думаю, это очень важно знать о своем прошлом, ну, потому что... прошлое, но главное самое. Если хотите больше узнать о наших народных традициях, можете посетить экспозицию ежедневно с 10:00 до 17:30 в музее «Степова Украина». Выставка продлится по 18 июня. Ирина Стрибко, Кристина Кондратьева, 7 канал.